Петербург переименовали в Петроград. Не когда, а почему? Почему Санкт-Петербург переименовали в Петроград? Второй мировой войны. Война с Германией, 1914 год. А? После начала, да. Кайзер. Вторая мировая началась. Ой, тьфу, первая, простите. С первой. Почему? Потому что Петербург, окончание немецкое. Надо громче говорить, чтобы все слышали. Благодарим. Не могу не подсказать, мне иногда так и тянет. Присоединяйтесь к нашему команду.